Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Asus ROG Phone 5S можно включить раздельный экран. Давайте с вами зайдем, например, в Play Market. Далее нажимаем сюда. Нажимаем на иконку, нажимаем мультиокна. И выбираем приложение, которое хотим открыть во втором экране. Как видите, у нас открыты теперь два приложения. Можем увеличить одно окошко, либо второе, либо можем смахнуть одно или другое, чтобы закрыть приложение. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!